Включаю по новой локалку. Ну и погнали тогда пройдем режим истории, потом аркад. Ну хотя не. Went undefeated through the entire King of Iron Fist Tournament 3, and even triumphed over Ogre. Swelling with pride, Paul returned home. However, unknown to Paul, Ogre morphed into his second form, true Ogre, and the tournament continued after his departure. Although Paul claimed that he was the true champion of the King of Iron Fist Tournament 3, few believed him. And even those who did eventually grew tired of his attitude. Eventually, his dojo went out of business from the lack of students. One day, Paul spotted a newspaper flyer announcing the King of Iron Fist Tournament 4. Burning with desire to win this tournament, Paul decided to put his reputation on the line and prove once and for all that he was the one true champion. He proclaimed, "This time, I'll be the undisputed champion." У меня управление не работает. Что тут было, РПРК? Тут LP. Нет. А как задал будет? Это хрень, блин, надо записать себе, наверное, и все. LPL-ка. Нет. ЛК. РК. LPRP. Ой, блин, задолбало. О. Пойдет, короче говоря. Блин. Round 4. Fight.
round 5. Fight. Round 6. Fight. Round 7. Fight. Там тут управление, наверное. Что не делать? Перехват. Round 8. Fight. Итак, следующий соперник. Round 1. Fight. О, не пилка, ну мне надо 4-3 кнопки выставить. Так, ага. 4-3, то есть у меня LP. Подожди, LP, LK, PE. А, или тут нет перехвата, короче, хрен его знает, ладно. Round 2. Fight. Round 3. Fight. Yeah.
Round 4. Fight. Round 5. Fight. Round 6. Fight. Тут у нас Кристик Троэдди. По крайней мере, его стиль. То есть тут тоже вот есть большие поля, есть вот это маленькое поле, то есть тут как бы мало места. Вообще, быстро победили. Fight.
Perfect. О, блин. Садил меня. Конечно. Привет, Мультистронг. Да, один режим уже прошел. Ну как, хардкор, что как бы игра, я бы сложно не назвал, ну. Но... Проходим на максимальной сложности. Ох,
Плойка у меня еле живая, на самом деле уж. Мне дисковод что-то барахлит, поэтому... Раунд, наверное, он меня замучит. Да, 3D-арены. Ты где это? Ты про что? Ну, микрофон же мне должно быть слышно, если ты... Я ж не думаю, что у меня со звуком что-то случилось. А, или ты спрашиваешь, каким я персонажем? Паулия, ну, то есть обычно же слева, если ты про это. Я за Пола играю, это мой персонаж, за которого... Я просто не понял, ты где? Я подумал, мало ли, вдруг звук пропал или еще что-то. Ну, а потом я уже... Потом понял, что это имелось в виду, за кого я играю. Ну, обычно, как бы, обычно всегда. То есть стандарт это слева, ну, когда играешь против компа, слева игрок. Справа ИИ. Они медведя усилили, блин, в этих частях. То есть тут, если в Tekken 3 медведь вообще там, ну, не особо. Вообще, то есть, грубо говоря, никакой. То тут медведь, он уже более опасен. Тут его, прям, я не знаю, прям особо слабым персонажем я бы вряд ли называл. Так за Пола джаглов, ну я не знаю, как в этих частях, но именно в третьем Tekken за него джаглов как бы и не было. То есть это... То есть это такой персонаж, который в целом, ну, такой ударный. То есть в третьей части за него джаглов как таковых и нет. Потому что я играл по интернету в третью часть, и... У него такие, ну, довольно сильные единичные удары, но без джаглов. Мол, если не в других частях, я не знаю, но я не учился играть именно как-то по-другому. То есть я играю вот как в целом, как в третью часть играю. Ну, с учетом без каких-то новых тактик. Нет, так когда бы я посмотрел self practice? Это я. Тем более это в таге надо же будет смотреть. You win. Like a good
Да, но не за всех, то есть персонажей. Тут же вопрос в том, чтобы эффективно, а не как, ну, то есть я стараюсь играть, ну, эффективно, что ли. Пола, ну, по крайней мере, в третьей части он сам по себе, за него особо жагло и не поделаешь, ну, именно, по крайней мере, какие-то нормальные. Итак, последний соперник остался. Я просто за него знаю ровно те же, то есть я за него те же приемы, что и за Пола, и все. То есть там действительно Сяо такая крутая, ну просто не знаю, что именно комп не получит за нее. Это надо, чтобы Влад, если он будет. Да. Фихачи с голой жопой, блин. И ты чё? Есть. Не, ну, как бы уже PS2, то есть графику проработали. Тут именно клетка как чистая, как ММО-бой уже какой-то. Тут тоже, ну, как бы разные. То есть есть большие поля, есть маленькие. Перфект, перфект, перфект. Все, но continue прохождение, ну, то есть даже без контов я прошел, поэтому, ну, совершенно несложный четвертый Tekken. Мне даже кажется, он легче, чем пятый, потому что там, ну, я не старался без контов проходить, но там я без контов не проходил. Тут вот я даже без контов прошел, поэтому, ну, я, по крайней мере, режим именно истории, ну, вот этот, я бы оценил, наверное, даже в четвертом Tekken, что четвертый Tekken легче пятого, потому что, ну, вот, вот, пожалуйста, без контов прохождение. Поэтому вот так. Ну, сейчас еще пройдем режим Story. Он такой же, как и этот. Особо ничем... Фу, не Story, а этот аркад. Он такой же, как и этот. Особо ничем не отличается. Ну, вот есть такой режим. Как бы. Поэтому пройдем и его. Я обычно стараюсь проходить, ну, все режимы, которые претендуют на звание, ну, хоть более-менее полноценных. All right, let's take a cab. Stop.
И тут у нас титры. Конгрот Гриши, Айвона какую-то. У меня сейчас еще будет один режим. Ну, в принципе, он такой же самый, как и этот в стеке, но поскольку его выделили в отдельный режим, то я пройду его. И потом я, наверное, пойду поем, потому что я есть, ну... Там как раз варился у меня борщ. Я пойду поем и после, ну, и закончу уже с четвертым текеном, ну, как бы закончу четвертым текеном, поем, а потом будет текен таг. Тоже на PS2. Потому что, ну, стрим пока что идет всего лишь часа полтора, это как бы немного, ну, сейчас еще режимчик пройду. И тогда уже, получается, закроем всю серию текенов с PS2, ну и... На PS1 я просто записал прохождение, ну там, как бы... Первые два текена это хрень, я бы сказал, они, ну, относительно того, что было дальше, ну просто... Ну, я записал прохождение на них, просто. Там особо, блин, и... Стримить нечего. Вот я не знаю, еще есть текен... Кто знает, Tekken 6 с PSP, как он эмулируется, эмулируется ли вообще, то есть я, может, тогда его прошел, но PSP у меня нету и как бы покупать ее не собираюсь. Поэтому если он эмулируется, то можно будет пройти еще потом и его. Если он не эмулируется, ну... Тогда не пройдем. Ну, на PS3. PS3-то у меня нет, поэтому, да. Там есть Tekken 6 и так Tournament 2, но как бы PS3 у меня нет, поэтому... Ну, PS3 вроде бы уже... Тьфу, блин. PSP вроде бы уже эмулируется нормально, но это опять же надо... Я лично ее не эмулировал, это надо разбираться. Не надо мне никакие реплей даты. Так, ладно, все. Установить за.